Пренебрежение стабильностью Ливии приведет к коллапсу в мире через нестабильность в Средиземном море. В случае, если наша власть в Ливии должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию. Европа станет черной в самое небольшое время. Мы предотвращаем миграцию, сдерживая продвижение Аль-Каиды. Если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие последствия для Европы и стран Средиземноморья. Все будут в опасности. Не было расследования убийства Саддама Хусейна. Арабский лидер был казнен через повешение, а мы сидим в стороне. Почему? Кто-то из вас будет следующим.